Ракета на цели.
Они потом про это еще книжки писать будут.
Пришлите подкрепление! Истребители на подходе. Ожидаемое время прибытия 30 секунд.
Все, что не замечен противник! Все свободные отряды, ответьте! Папарацци. Всегда снимают меня с плохого ракурса. А теперь один грубиян нащелкал кучу фотографий пузатого друга и его госпожи. Я хочу стереть его с картинки, Скорпион.
оказал всему миру услугу, друг. Меня работает, точнее сказать, работал очень умный и способный хакер по имени Крошка. Когда его недавно арестовали, он пошел на сделку с правительством. По условиям, вместо того, чтобы казнить его, они депортируют его в Корею в обмен на информацию о нашем бизнесе. Некоторые коды и пароли. Естественно, я хочу вернуть эти коды и пароли. Мы не знали, где он, но вчера выиграли джекпот. Один из моих ребят наткнулся на пьяного, который оказался тем самым пилотом, которому приказано доставить Крошку в Корею. Я хочу, чтобы ты отправился в аэропорт и нашел этого пилота. Чтобы помочь мне покинуть страну? Не очень. Друг мой, доставь Крошку к нам, чтобы мы могли поговорить с ним. Тащишь тараканом? Нет, пожалуйста! Я сдам тебе все коды и пароли! Прямо сейчас! Только не отдавай меня Разману! Принято. Отлично. Теперь он снабдил нас всеми кодами и паролями.
На нас работает еще один корейский хакер, который может его заменить. Так что Крошка уже не нужен. Поступай с ним, как знаешь. Сегодня международный аэропорт Панау был закрыт на неопределенный срок после того, как осужденные иностранные преступники буквально взлетели на воздух вместе с несколькими пануанскими военными и чиновниками. Полиция ведет расследование, однако пока не дает комментариев. Верность, болезнь, от которой помогает только смерть. Пожалуйста, убей для нас этого предателя, Скорпион. Можешь выбрать способ казни. Мерзкий предатель в аэропорту. Вижу врага всем постам! Огонь на поражение! Он пытается бежать в вертолете. Спокойно, друг мой. Поднимайся в воздух и опусти его на землю, пока он не улизнул. Ты на острове недавно, да, мой друг? Случится скандал ужасной трагичности. Слыхал о Кампунг Бахари, Сардаду? Это самая священная уларская деревня. Ибо там похоронены наши самые почтенные предки. Многие молодые улары идут в Кампунг Бахари, чтобы посетить тамошний храм. Я и сам делал это не раз. К несчастью, этот мерзкий дьявол, наш президент, не знает уважения к нашей древней истории. Он приказал взорвать деревню и закрыл доступ в нее. Он наверняка хочет выстроить там еще одно гнусное казино или отель. Этому не бывать, Скорпион. Мои люди проведут тебя туда. Ладно, брат. Помоги нам добраться до другого конца деревни. Там я смогу взломать систему связи врага и послать сигнал об отступлении. Скорпион, помни, меня надо охранять!
Тысяча дьяволов! Вход хорошо охраняют! Скорпион, займись охраной! Тревога! Обнаружен враг! Всем отрядам! Нам сообщают о вспышке на... Вход захвачен! Улары, перестроиться! Нужно захватить оставшуюся часть деревни! Очистите это святое место от вони правительственных червей! Захватите храм! Пленных не брать! Скорпион, быстро! Мы захватили этот святой храм. Предки будут рады. Вот он! Он там! Тебе конец. Получка. Ложись, граната. Он истекает кровью. Круто. Черт его! Еще один пулемет около храма! Разбери с ним, Скорпион! Нужна поддержка! Вон там! Ха! Им не остановить нас! Отлично! Держи оборону, пока я буду взламывать их коды! Защищай меня, Скорпион! Они вызвали подкрепление! Защищайте эту позицию! Удерживай их! Держись, я почти закончил! Скорпион, сбей этот вертолет! Сигнал пошел! Деревня наша! Пошли, пошли! Прикройте меня! Я захожу! В укрытие! Кончай его! Получи! Хоть ты и не улар по крови, наши предки благословили тебя.
Ультранационалистическая террористическая группировка «Парни Улара» взяла на себя ответственность за чудовищный акт насилия. Мирная деревушка Кампунгт-Бахари была сегодня атакована дикарями-националистами. Всех, кто осмелился протестовать против их нелепых призывов к правосудию и мести, они быстро изрубили на куски традиционными ножами мандау. Тела погибших бросили на главной площади. Пни, малыша! О, это Скорпион? Сообщается о боевых действиях в секторе. Немедленно направиться на место. Мы заходим. Еще ящик революционных припасов. Спасибо.